Итак, демонстрацию видно? Рисовалку. Кто-нибудь? Да, да, да. Видно, видно, супер. Давайте расскажу, как будет работать система, и что вам необходимо сделать для этого, и что вы получите. Вы все же прекрасно знают, как работают матрицы, или нет? Надеюсь, знаете. Уже же немного знакомы с тем, как все это работает. Показываю условия. Первое. Вы должны заходить, так скажем, золотым треугольником. Для чего это нужно? Все хотят зарабатывать больше, правильно? Давайте немного покоммуницируем. А то сейчас, чтобы я понимал, все слышат. Давайте плюсики, плюсик в чат. Да-да, слышно, слышно. Делаем одно действие. Сейчас как это происходит? Делаем одно действие, получаем один результат. Я же предлагаю делать одно действие и получать тройной результат. Давайте покажу на примере. Сейчас семиместная матрица у всех. И простые цифры, простая математика. Такой инсайт. Вот стоите вы. Для того, чтобы... Представим, что это матрица на $10. Для того, чтобы вам получить $39, вам нужно закрыть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 мест под вами. То есть... Считаем. Один аккаунт. Это ваш. У вас один аккаунт. Нужно поставить 6 человек для того, чтобы заработать $39. Теперь другой вариант. Встаете вы. Вы сами себя же под себя же регистрируете. То есть ставите себе первый аккаунт. Здесь ставите себе второй аккаунт. То есть это вы. Тем самым сразу... Вы все прекрасно знаете, что есть условия. Для того, чтобы можно было начать выводить деньги, у вас обязательно должно быть два лично приглашенных. То есть два человека должны зарегистрироваться по вашей реферальной ссылке. Здесь вы сразу же закрываете этот момент. То есть вы с первого же дня, с первой же минуты после того, как вы проделаете все эти регистрации, вы уже можете выводить деньги. После этого вам остается закрыть 1, 2, 3 и 4. То есть 3 аккаунта при закрытии 4 человек вы получаете $39 умноженное на 3. Если мне память не изменяет, это $117. Почему так происходит? Потому что каждый из этих людей тоже заходит на треугольник. То есть вот это один человек, вот это второй человек, ну и так далее. Надеюсь, понятно. Этот и этот. То есть людей вам нужно меньше, а денег вы получаете больше. Вы закроете и этот аккаунт, и эти два аккаунта. Новым аккаунтом вы перейдете в новый цикл, эти два аккаунта снова перейдут за вами, ну и так далее и тому подобное. Вот и все. $117 или $39. Это первое. В чем ваша выгода? Вторая ваша выгода в том, что вы встаете напрямую, прямо сейчас, грубо говоря, да, под Артема, где у Артема весь карт-бланш. То есть у него пустая сейчас линия, и он будет набирать свой лидерский эшелон. Кого он из вас выберет, это уже дело Артема. Моя задача – объяснить вам цифры. Третья возможность. Как только вы заходите на 3 аккаунта, вы имеете возможность попасть в барабанную систему. Что такое барабанная система? Все прекрасно знают, как выглядит револьвер. Вот есть барабан. Представьте, одна ячейка, вторая ячейка, третья ячейка, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Теперь... Вы хотите попасть в барабан. Что есть барабан? Давайте поясню. Барабан – это система налива трафика на вот эти ссылки. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – это ссылки реферальные. К примеру, вот эта ссылка Алексея, вот эта ссылка Виталия, вот эта ссылка Алены, вот эта ссылка Ильи, вот эта ссылка Александра, который только что подсоединился, ну и так далее и тому подобное. Есть общая рекламная кампания. То есть здесь лежат бюджеты и работают специалисты. И льют трафик на барабан. К
примеру, человек прямо сейчас зашел по, ну, так скажем, по ссылке там, даже не знаю как, ну, хорошо, барабан.ком, просто из головы взял сейчас сайт, барабан.ком, и ему дается рефералка номер 2. А эта рефералка принадлежит, к примеру, Алексею. Значит, человек уйдет личником к Алексею. Вот здесь вот аккаунт Алексея. Тем самым у вас есть возможность, что за вас вам ставят личников, потому что вы находитесь в барабане. Надеюсь, тоже понятно. Без обратной связи такое ощущение, что я сам с собой разговариваю. Да, давай я своими еще словами объясню, как я это понял. То есть смотрите, ребят, бюджет на рекламу, это что вы должны сейчас понять? Бюджет на рекламу общий, да, делают специалисты грамотную рекламную кампанию. Ваша задача просто вложиться в рекламу, и ссылку вашу будут периодически показывать в этом барабане. Вот можно, может быть, сильнее объяснить, как именно работает барабан, что именно, когда нажат на ссылку один раз, барабан ставит следующего человека. Нажали на ссылку второй раз, третьего человека. И так по кругу. Правильно я объясняю? Да, все абсолютно верно. То есть, грубо говоря, вот нас 10 человек. Например, все сложились по 5 тысяч рублей, получился бюджет 50 тысяч. На 50 тысяч рублей привлекли сколько людей, предположим, именно на этот барабан? Ну, это уже, как говорится, показатели внутренние. Сейчас сказать любую цифру, да, это будет... Чтобы понятно было, предположим, привлекли 1000 человек, 1000 кликов. И 1000 раз нажали, значит, на одну ссылку, которая внутри барабана. Но ссылка, она внутри себя меняет постоянно на разные ссылки. То есть для рекламной кампании это одна ссылка, а при нажатии на нее человек попадает на разные страницы. Получается, 1000 человек нажало на вот этот барабан, и ваша ссылка показалась из 1000, например, если в барабане 10 человек, 100 раз. Вот. Из 100 человек, предположим, зарегистрировалось в компанию, ну, предположим, пусть там 10-20 человек. Из этих 10-20 человек проплатило, ну, пусть там 3 человека. Вот, пожалуйста, вы получили 3 человека, по сути, на автопилоте. Потому что другие люди, эксперты в трафике, сделали трафик на вот этот барабан. Ребят, это все понятно? Напишите плюсики в чат. Если непонятно, напишите непонятно. То есть, по сути, у вас есть офигительная возможность получить кнопку, не бабло, конечно, но кнопку трафик. То есть, когда вы нажали на трафик кнопку, и вам пошел трафик. При этом от вас требуется только оплатить рекламу, и все. В принципе, как это делают другие люди, которые закупаются рекламой. Но там они делают сами настройку трафика, фильтрацию трафика, аналитику, мониторинг, платят зарплату сотрудникам. Вот вам ничего платить зарплаты не надо. Вы просто отдаете деньги только на рекламный бюджет. В этом огромное преимущество для новичков. Вам не нужно разбираться в каналах трафика, потому что там будут делать это все другие люди. Ваша задача просто залить топливом автомобиль. Вот кому уже эта идея нравится, напишите соточку прямо в чат. Прям реально круто. Передаю слово, вот если я все правильно сказал, дайте обратную связь, вот либо Илья, либо вот, ну. Все абсолютно верно. Все абсолютно верно. Это именно так и работает. Для человека первое – это математическое преимущество входа. Многие об этом молчат, ну, по какой-то причине, не знаю, либо не хотят этого доносить, либо... просто не знают, не понимают. Понимаете о том, что одно и то же действие, посмотрите, здесь нужно 6 человек поставить в матрицу и заработать 39. Здесь нужно 4 человека поставить и заработать 117. Думаю, что нет смысла, в принципе, да, повторяться по 1000 раз, это выгоднее. И заходить по-другому просто невыгодно. Вы делаете больше, а получаете меньше. Здесь наоборот. Делаете меньше, а получаете больше. Надеюсь, понятно. Это что касается идеальной точки входа вашей, для того, чтобы вы потом не жалели. О, елки-палки, почему я поставил только один аккаунт, надо было ставить несколько и так далее. Это первый момент. Второй момент – это то, как работает барабан. Это возможность вам, пока вы либо вообще не хотите разбираться и сами что-либо делать, тогда для вас барабан – это просто платное продвижение.
либо пока вы впитываете информацию, обучаетесь, понимаете, как нужно развивать матрицу и так далее, для вас это начальный буст. То есть пока вы ждете, впитываете информацию, за вас уже кто-то вам что-то проставляет. Первое – это перелив может прийти, да, если вы находитесь в рамках одной матрицы друг с дружкой. И второе – это когда ваша ссылка показывается в барабане, человек по трафику пришел, увидел вашу реферальную ссылку, потому что барабан ему выдал вашу ссылку, и он зарегался к вам как личник. И вы увидели у себя в Телеграме о том, что у вас зарегистрировался новый партнер. И вы испытываете то самое ощущение, когда я еще никому не успел рассказать, а уже личника получил. Откуда он пришел? Из барабана. Да, ребят, и вот дам важный момент. Если вы не знаете, вот здесь присутствует Илья. Да, также в этой схеме будет присутствовать Женя Ванин. И это все ребята, которые находятся в топе, там у них по 500, по 400 приглашенных. То есть ребята знают, как делать трафик. И если вы хотели бы тоже, получается, смотрели на ребят и хотели бы тоже там получать часть этого трафика себе, то для вас вот эта возможность офигенная. Чужими руками, грубо говоря, получать трафик, получать регистрации. Это важный момент. Тём, давай я немножко... Всем привет, меня зовут Илья Ситнов. Смотрите, я эту схему придумал уже давно, и вы, наверное, если вы в данном проекте, то вы видели уже мои результаты. То есть у нас с Женей очень хорошие, крутые результаты, и мы тоже в этой штуке как раз-таки присутствуем. То есть если вы, соответственно, понимаете, что ценность времени и денег ну, должно работать, собственно, на вас, то вы просто-напросто должны повторить схему, и под вас также будут заходить тремя аккаунтами. То есть тем самым вы будете прогребать двумя аккаунтами с одной линии и двумя аккаунтами с другой линии. Ну, то есть верхний аккаунт получается, левый и правый. То есть здесь ну, абсолютно выгодно всем. Плюс помимо этого, почему нам это выгодно, хотя вы не являетесь нашими личниками. А об этом уже Вадим говорил. Ну, то есть у всех закрываются циклы. То есть когда матрица закрывается, мы получаем еще больше денег. Поэтому, по сути, мы все одна команда. И нам без разницы, вам лить трафик или себе лить трафик. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю, поставьте там 3 пятерки. То есть фишка в том, что тут нет лично приглашенных, по сути. Точнее, они есть, и за это идут вознаграждения. Так вот, мы готовы вам отдавать этих ваших личников, да, ну, понятно, мы сложимся все вместе деньгами, и у нас будет товарооборот в сети, и он будет очень огромный. И получают абсолютно все. Ну, то есть я сделал больше 12 тысяч долларов за 17-18 дней. При этом я неделю не работал, я писал видеокурс, вот как раз-таки, как, что нужно будет делать, и вы его тоже получите. То есть, ну, и там вот пошагово, да, урок за уроком, короткие уроки, 5-минутные. То есть вы посмотрели, выполнили действие. То есть смысл в том, что там вот эта схема вся раскрыта, рассказана. Но при этом вам говорят, дают возможность зайти до старта этого курса. То есть еще об этой системе никто не знает. И, соответственно, вас первую поставят линию. То есть представьте, что вы во главе этого списка. И вы, естественно, под вас в любом случае будет Артем дальше ставить, проставлять все это дело, потому что ему нужно вниз ставить дальше. То есть, а вы все его сетка. Если понятно, то поставьте 3 четверки. Вот как это, в принципе, работает. Ну, я думаю, тут дальше размусоливать не нужно, потому что здесь реально очевидные результаты. И кто хочет, пишите Артему. Артем вас сегодня зарегистрирует. Сейчас регистрация пока, ну, остановлена, мы пока ничего не делаем. То есть мы готовим предварительный список входа. Поэтому, то есть, обращайтесь к Артему. Кто вперед, того и тапки. Кто быстрее готов будет зайти, пишите быстрее Артему прямо сейчас, то вы будете наверху. То есть выше всех. Понимаете, да? То есть, следовательно, под вас уже строится товарооборот. Да. Илья, добавь, пожалуйста, еще информацию про сумму, которая сейчас у людей минимум должна быть, чтобы мне не писали люди, а потом я им начинал объяснять, они говорят, а у нас нет нужной суммы, и вот чтобы временно это не терять. Чтобы понимали, какого минимум денег нужно сейчас. $10 верхний аккаунт, $10 нижний аккаунт, $10 правый аккаунт. По итогу это получается $30. Прибавляем к этому с каждого аккаунта по 2.5 доллара. Это комиссионный сбор, когда вы открываете кабинет. Итого получается $7.5. Ну, в общем, $40 нужно. Вадь, подтверди. 40, да, по-моему?
Ну, там плюс комиссия, я не помню. $37.5 нужно чисто с... $30 – это 3 аккаунта по 10. $2.5 – это комиссия самой площадки за обслуживание. Умножаем на 3 – это $7.5. Плюс, если вы оплачиваете какой-то другой там платежной системой, да, у которой есть своя комиссия, я бы вам рекомендовал просто ориентироваться на $40. И все. Ну, должно выйти 37.5 точь-в-точь копейка в копейку. Ну, это первый момент. И второй момент, я об этом рассказываю уже в курсе, и это вы получите эту информацию. Тут фишка, тут есть еще ряд секретов. И эти секреты вы уже получите из обучения. Артем вам пришлет ссылку, и вы первыми быстро пройдете и быстро кое-что сделаете, и будете прогребать еще больше. Ну, то есть, как я вышел на $12,000? Не, конечно же, не за счет того, что люди проплатили по $10. Есть еще другие секреты, которые мы поведаем вам немножко позже. И вы быстро это все дело проделаете. Ну что ж, здесь у меня все. Ребят, вопросы есть? Спасибо, Илья. Есть. Да, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, в чат, либо включите микрофон и задайте вопрос. У нас времени, потом комната через 9 минут захлопнется автоматически, поэтому сидеть и молчать как бы не нужно. Если вопросов нет, напишите «вопросов нет» в чате, и тогда мы сами завершим этот эфир. И следующий момент, если ты смотришь сейчас в записи, я запись начал делать, то если тебя все устраивает, только в этом случае мне пиши. Просто так не дергай меня по... непонятно зачем, чтобы я не терял свое время. То есть, если ты готов уже начать, пиши, тогда успеешь. Виталий спрашивает, какой бюджет на рекламу нужен? По бюджету мы пока еще не определились, мы не считали ни логистику входа, мы не считали пока еще, потому что, ну, то есть мы заходим, ребят, чтобы вы понимали, мы заходим топом, то есть вы сейчас этот топ. То есть, если вы обращаетесь к Артему, то вы в ветке топа. И значит, у вас будут большие переливы, потому что, ну, друг под друга мы начинаем все выстраивать и помогать друг другу. То есть, как вы понимаете, еще раз повторюсь, здесь нет борьбы за личника. Мы, наоборот, предоставляем возможность другим людям зарабатывать. Почему мы это делаем и где здесь подвох? А все очень просто. Мы, получая и помогая нижестоящим, у нас схлопываются матрицы, и мы просто с матриц получаем. Ну, и это очень огромные деньги, потому что придумано все системой, и, ну, и здесь как бы прикол в этом. А что касается самого входа в трафик, я думаю, что это будет от 5000 рублей. Здесь непонятна цена лида, ну, то есть цена регистрации именно уже в оплату. То есть регистрации вы будете получать большое количество. Мы предоставим инструмент чата, ну, то есть, где будут проводиться вебинары, где будут людям объясняться, но это просто регистрации, то есть, зашли по вашей ссылке, зарегистрировались. Здесь еще важный момент, чтобы человек оплатил, вот так же, как вы, чтобы собрались в комнате, да, мы им предоставили ссылочку, они посмотрели, а зарегистрированы они уже от вас, они берут, оплачивают, и вы получаете деньги. Вот весь прикол. Ну, и это ваш личный становится. Примерно так. Ну, я думаю, от 5000 рублей. Пока мы не просчитывали логистику. Может быть, будет больше. Вначале, может, будет 5000, потом, ну, там, 7.5 сделаем. То есть на объеме, чтобы было больше личников. Да, и вот если для вас эта сумма существенная, да, 7000 рублей на рекламу, у меня для вас есть два варианта. Ну, первый вариант. Задайте себе вопрос, а зачем я вкладываю деньги? Вот я, когда себе этот вопрос задаю, 7 тысяч рублей, зачем буду вкладывать, или 5 тысяч, чтобы получить регистрации и оплаты, чтобы заработать. То есть я вкладываю деньги, чтобы заработать, хотя бы выйти в ноль, но, естественно, я понимаю, что я выйду в плюс со временем. Это первый момент. Второй момент, вы скажете, о, у меня нет 7 тысяч, и я не буду этого делать. Это тоже ваше право, ну, значит, у вас ничего не изменится. И сами вы трафик точно не настроите, потому что у вас и денег нет, и денег на команду не будет дополнительно платить спецам. А здесь вам это вообще бесплатно, по сути, настраивают, вы просто платите за рекламный трафик. Поэтому, если у вас встает вопрос и сомнение, нужно ли или нет, то лучше не идите вообще. Значит, просто у вас не бизнес-мышление, вам сюда не надо, вы будете стрессовать. А если вы понимаете, зачем вы будете платить эти деньги, а я уже не буду повторяться, зачем, и вы понимаете, что вам это нужно, значит, идите. И второй момент, Артем, ну, не забывай, что сейчас при регистрации людям не нужно оплачивать систему барабана. То есть сейчас вам для входа нужно всего лишь, ну, до $40. Это потом уже вы встанете в
постановку, и позже, когда там уже все равно пойдут под вас переливы, это в любом случае вы будете получать какие-то деньги, то есть это да. Но следующий этап, да, то есть нужен будет трафик в любом случае. Ну, то есть либо вы сами личные работы приглашаете, либо это через вебинары делается по вашей ссылке, ну, то есть есть ряд воронок, которые мы предоставляем. То есть либо, опять же, вы попадаете в систему барабана, ну, не сейчас попадаете, сейчас самое главное занять место. В этом весь прикол. То есть вы будете наверху, там через недельку-полторы накопите там 7 000 рублей, 5 000 рублей, да, и зайдете в барабан и начнете получать личников. То есть здесь фишка в том, чтобы сейчас занять просто место наверху. Все. У меня вот вопросов нет. Значит, по регистрации я вам пришлю ссылку и дополнительную инструкцию, как все сделать, ну, когда вы мне напишите. Ну и в принципе все, действуем, начинаем быстрее зарабатывать, богатеть и помогать другим. Так, ребят, все, вопросов нет, напишите нет вопросов и все, тогда завершаем, чтобы мы не ждали. Если вопрос есть, напишите вопрос есть, мы подождем, чтобы вам нужно написать. Включите микрофончик и продиктуйте. Спасибо да. большое, всем, ребят. Я как бы буду прощаться. Думаю, что мы ответили на все вопросы. Ну, в общем-то, рады, что вы в нашей команде. Надеюсь, вы сделали правильное решение. Поймите, что когда вы встаете под человека, который действительно имеет вес, который работает, а мы работаем, мы занимаемся этим. То есть для нас не важно, еще раз повторюсь, кому закрывать эти регистрации, потому что система нам дает возможность закрытия матриц. Мы все одна команда. Ну и поэтому как бы здорово, что вы с нами. Да. Все, счастливо, пока всем. Да, спасибо, Илья, еще раз. И я хочу акцентировать, ребят, ваше внимание, если вы совсем новички в бизнесе, важный момент вам скажу. Вот вы когда сейчас зайдете, если там посмотрите лидеров в компании, там видите 500 регистраций, 400, 100, это не случайный результат. То есть если вы думаете, а вдруг это не работает, то, что рассказал Илья, то посмотрите на результаты. Результаты говорят, что это работает, это системный подход. То есть, по сути, если еще проще говорить, если у вас есть Mercedes, вы сядете в Mercedes, зальете в бак, значит, бензин, нажмете на педали, поедете. И вы не будете удивляться, что у вас получается ехать со скоростью 160 км в час. Вот кто это понимает, поставьте плюс. То есть успешный бизнес – это аналогия с имеющимся Mercedes и топливом, которое вы можете туда заправлять. То есть это не везение как таковое, что вот получилось, потому что повезло. Нет, повезло потому что мы везем. То есть везет тому, кто везет. Я люблю такое говорить, моя пословица, придумал такое, да. Поэтому, если вы будете пользоваться технологиями, которые уже приносят результат, а мы вам эту технологию даем, плюс вы будете делать то, что мы вам говорим, даже вот здесь, то, что вы сейчас узнали, очень крутая схема, то результат в любом случае он будет. Да, если вы сами, ну, как бы, не свернете с пути. Хорошо, всем хорошего дня, принимайте правильное решение, пишет Вадим, да, нужно брать и делать, верно. Поэтому успешный бизнес в большинстве своем – это закономерность определенных шагов и действий на протяжении определенного количества времени. Кто сейчас это понял, для того, чтобы убрать у себя страх непонятный, напишите плюсик в чат, это важно. Вот. Ну и, в принципе, все. Все. И сейчас хочу в чате увидеть, вот из тех, кто присутствовал здесь, кто точно пойдет в эту схему, напишите сейчас там 100% или пойду, просто чтобы я понял статистику, конверсию, вот даже из тех людей, кто сейчас у нас на встрече. Это 9 человек. Вот, значит, Алексей пишет, иду. Анатолий пишет, 100% идет. Тельма пишет. Тельма пишет, Артем, у меня нет вашего личного чата, только командный. Тельма, если вы в нашем чате, я, в принципе, только в чат и сбрасывал. Напишите мне в личку, если вдруг вы чего-то там не услышали. Так, очень хочу я... То есть, смотрите, из 9 человек, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Из 9 человек 8. И вот человек, который не слышал, надо запись, половину не было слышно, так я за любой кипиш, пишет Мария. То есть, ребят, смотрите, конверсия почти 100%, ну, 90 назовем, потому что сложно понять, кто здесь до конца досидел. Но на данный момент 1, 2,
раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Из 8 человек сказали да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 100% конверсия, ребят. То есть зачем нам этот, надо эту конверсию знать? Потому что ожидаемо, значит, те люди, которые узнают эту схему, они будут с вероятностью ближе к 100% соглашаться. То есть это вот само себя продает. Так что, ребята, я вас поздравляю с этим, что вы нашли реально крутую схему, с нами познакомились, были сегодня здесь, вы молодцы. И после этой встречи обязательно пишите.